Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал. Сегодня у нас будет серия про охлаждение моего аркадного кабинета. Я уже в одном из видео показывал эти кулеры. Ну и когда, собственно, строил аркадный автомат, то вы видели отверстия под эти кулеры. Ну вот, собственно, сегодня буду уже заниматься монтажом. Накануне все запаял. Значит, каким образом, да? Ну, начнем. Вот такой вот коннектор взял. Срезал от другого кулера, подпаялся, вот, здесь на термоусадку, ну и провод, вот такой вот, где-то 1,20 м, наверное, ну, как бы хватит, да? Вот, собственно, и два кулера, 120-ки, значит, опять же, сюда у нас к этому кулеру, ну, здесь, собственно, у меня все соединено, оба кулера соединены друг с другом, и, собственно, питание подключено. Здесь также я в термоусадку все посадил и клеем сверху залил, чтобы ничего вот это вот не болталось. И второй кулер здесь также. Ну, здесь я еще лишние провода туда впихал и сверху тоже термоклеем. Вот. Ну, собственно, вот так вот они будут стоять. Единственное, что мне пока не нравится и не знаю еще, как это буду решать. Значит, я изначально хотел ставить все это дело, чтобы было на вдув, на забор воздуха в корпус. Но на забор воздуха очень сильно они шумят. Просто звук, как турбина самолета. Да, опять же, еще показывал, не помню, не показывал. Вот такие вот решетки были изготовлены. В стиле в таком Mortal Kombat, да, вырезались на лазере из нержавейки. Собственно, они вот должны будут, ну, собственно, вот так вот сверху стоять. Вот, и уже за эти места будут прикручиваться в корпус аркадного автомата. Вот, и когда эти решетки стоят и идет забор воздуха, то есть на вдув в аркадный кабинет, то шум стоит просто какой-то, я не знаю, ненормальный, очень громко. Вот, если переключать уже на выдув воздуха из аркадного кабинета, то, в принципе, ну, терпимо, более-менее нормально шумят, но не так сильно. Вот, так что, соответственно, буду делать на выдув. В принципе, на выдув, наверное, будет правильнее, потому что в любых системных блоках там, да, как правило, идет, ну, все кулеры идут на отвод воздуха из системного блока, соответственно, также сделаю я и в аркадном кабинете, то есть все будет идти, ну, будет идти на выдув. Вот, ну, опять же, говорю, мысли, ну, посмотрю потом уже, когда соберу, насколько сильно все это будет шуметь. Ну, вроде как уже сейчас есть мысли сделать какой-то, не знаю, регулятор оборотов. Ну, так, на ютубе посмотрел, можно, конечно, тут спаять, вот, с такой скрутилкой, но, может, у кого-то есть идеи, или кто-то знает, как снизить обороты без, ну, грубо говоря, спаивания какого-то регулятора, вот, то в комментариях напишите. Ну, сейчас буду, собственно, уже производить монтаж и вам потом покажу, как все это будет в конечном варианте выглядеть. Итак, вот готовый результат, собственно, так вот все это будет выглядеть. Единственное, что мне не понравилось, что я, блин, сделал, не знаю, может, потом переделать, сейчас лень. Надо было вот эти вот наклейки отодрать, как-то они это не очень прикольно смотрятся. Но в целом вот, вот так вот достаточно неплохо все это смотрится. Здесь, собственно, вот крепление под сам кулер, а это уже идет под крепление уже в саму дверь. Здесь я, кстати, еще вот, ну, до этого рассверливал, как бы зенковку делал, чтобы утопить винт. Здесь тоже, но здесь как-то вот винт, то ли шляпка такая попалась, что они не утопились. Возможно, со временем тоже куплю другие саморезы и на другие приклею. Ну и вид изнутри. Вот так все это выглядит. Вот эти вот кулеры, да. Здесь провод на стяжке прицепил. Сюда уходит, здесь тоже на стяжку, вот так вот. Ну, может, здесь еще стяжечку как-то добавлю, но вот здесь будет материнка, и, собственно, к ней он и будет вот этими вот
коннектором подключаться. Ну, собственно, вот так вот все это будет у нас крутиться и охлаждать, выводить, точнее, горячий воздух из нашего корпуса аркадного автомата. Ну вот на этом про охлаждение видео заканчиваю. Дальше буду собирать уже акустическую полку. Вот потихоньку, то есть динамики, все спаивать, все ставить на место. Ну и думаю, уже скоро будет не за горами тот момент, когда мы сюда установим уже материнскую плату и монитор. Ладно, ставьте лайк, если понравилось, пишите умные, добрые комментарии. Всем спасибо, удачи, пока-пока, до следующих видео.